Привет, дорогие зрители, новый выпуск по Clash Royale, я нахожусь на Твинке, сегодня хочу подытожить, что мы с вами уже смогли достичь, сколько я вкинул в этот аккаунт, ну и что на данный момент у нас имеется. Итак, начнем с того, что, ребята, моему аккаунту ровно неделя, он уже 9 уровня, хотя это не погоня за уровнем, если бы я хотел сделать, я бы уже, наверное, 12 сделал. Цель проекта немножко в другом заключается, прокачать эту деку и быть, одну деку и быть маленьким уровнем. Я уже был на 4367, опять-таки, обращаю ваше внимание, аккаунту неделя. У меня, ребята, абсолютно все леги, за исключением дровосека. Ну, мы его скоро выбьем. Опять-таки, за неделю. Если посмотреть на количество эпических карт, то некоторые карты, вот, к примеру, Пеку, можно уже, наверное, прокачать на 6, а то и на 7 уровень. Количество редких карт можно, хватает мне, наверное, на 9, на 10 уровень. Количество комонок на 11, 12, возможно, даже и на 13, я не считал. В моей колоде, ребята, почти все эпики 7 уровня, только Темный Принц остался. Зап 13, Рарки 10, и Темный Принц есть в магазине, и скоро будет открытие сундуков, естественно, я его нафармлю на 7 уровень. Но для этого нужны еще гемы. Сколько я задонатил? Задонатил, ребята, я 170 тысяч гемов. Если вас это как-то задело, вы тоже хотите подобных эмоций, ну, блин, гемы просто космические цены в магазине здесь. Но вы ищете какой-то способ, чтобы это обойти, я сегодня вам продемонстрирую сервис, где можно реально, ребята, недорого выиграть огромное количество гемов. И тем более, я буду делать открытие сундуков фортуны, мне нужны гемы на Темного Принца, и прямо сейчас я покажу, где же я достану себе гемов на аккаунт, все вам расскажу, объясню, понеслась. Итак, ребята, платформа называется royality.ru. Этот сайт очень отличается от других сайтов. Вы здесь можете выиграть гемы и сразу их вывести себе в игру. То есть, если на других сайтах вы играете, выигрываете какую-то игровую валюту, потом выводите себе в денежном эквиваленте на кошелек, а потом вы донатите в игру через кошелек по тем же ценам, которые мы сейчас с вами смотрели, то здесь совершенно иначе. Вы можете потратить меньше и выиграть огромное количество гемов. Сейчас я вам все объясню, все покажу. Я знаю, что у вас уже, наверное, возникли несколько вопросов. Кидает ли этот сайт, какая выгода, реклама ли это? Во-первых, сайт не кидает. Мы сейчас это с вами проверим. Вы, кстати, можете зайти вот здесь во вкладку выводы и посмотреть игроки, которые здесь уже выводили на разные платформы. И можете даже встретить каких-то знакомых себе игроков. Ну, здесь уже список пользователей изменился. Я видел здесь каких-то знакомых мне, знакомые никнеймы, не знаю, фейки они или нет. Вот, кстати, ГХГ есть, тут не только игроки, а и ютуберы. Вот, и не только ГХГ тут был. Короче, выводить реально можно. Второе, реклама ли это? Да, я вам рекомендую этот сервис, потому что он проверенный, и здесь реально можно выиграть. Какая выгода сайту, ребята? Сайт работает на процент от ваших ставок. Выводы, пополнение, ставки, это все учитывается. Ну, честно, я не вникал в это, но понятное дело, что сайт не будет работать себе в убыток, но и сайт не накручен, то есть нету какой-то подкрутки. Знаете почему? Потому что вы играете против реальных игроков, такие же, как и вы, игроки здесь играют, и кто-то из них выигрывает, то есть выигрывает не сайт. Вот в этом преимущество. Следующий момент. Я еще на сайте не играл. Вот сейчас хочу поиграть, выиграть какие-то гемы, ну и проверить, возможно, их отсюда забрать. Но я еще думаю над таким предложением. Забрать гемы себе или, возможно, на стриме отдать гемы вам. Если вы спросите, как вообще гемы здесь получить, кстати, очень легко. Сейчас вам все по полочкам от начала до конца покажу. Сначала пополню, выиграю, если выиграю, и потом в конце выведу, и вы все посмотрите. И, кстати, да, еще хочу обратить ваше внимание на такой момент. Имейте в виду, что этот сайт, он азартный, то есть не является средством заработка. То есть не думайте, что вы сюда пришли, все, прям 100%, там за 29 рублей купили себе 14 тысяч гемов. Нет, здесь вы можете как и выиграть, так и проиграть. Но помните одно, здесь нету подкрутки, поэтому у вас есть шанс, что вы можете здесь реально дешевле забрать гемов. Ну и смотрите ролик до конца, посмотрим, сколько гемов заберу я. Возможно, отдам эти гемы вам на стриме. Поехали. Итак, первое, с чего мы начнем, это пополнить баланс. Нажимаем на плюсик. Так, здесь вот разные способы оплаты, но я через Киви. Не знаю, давайте 3500 закинем. Кстати, игровая валюта тут эликсир, но этот эликсир приравнивается к рублю. То есть 3500 эликсира это 3500 рублей. Думаю, все понятно. Пополнить. Итак, ребята, мне зачислились деньги, точнее эликсир. Но это игровая валюта, грубо говоря, 3500 рублей, они в эликсирах. Значит, изначально я пополнил, и они не пришли. Я такой, чё? Но подождал 3 минуты или 5 минут, не помню, и они зачислились. Короче, не пугайтесь, возможно, сразу они не доходят, то есть это нормально. Я подождал, они пришли, все окей. Теперь, смотрите, тут есть очень много режимов. Ну, начнем, наверное, со ставок. Это, знаете, как рулетка. Синий, красный
и, ну, зеленый ничья. Как она работает? Значит, ну, выбираем каких-то юнитов, каждый, конечно, по своей стоимости. Давайте выберем стражи, выберем пеку и выберем голема. И поставим на красный. Так, необходимо больше эликсира. Чего? Не понял. Так, а что происходит? А ну-ка. О, не знаю, я, короче, что-то поклацал. Кликнул на пеку два раза, на стражей один раз и на колдуна. И нажал на красный. Итак, смотрим. Вот здесь будут коронки сейчас, смотрите. Красный ведет 1-0 у синего. Если сейчас он выиграет, я заберу, получается, x2, да? Он выиграл, так. Опа, на моем балансе уже 3567 эликсира. Я так понял, здесь мы зарабатываем деньги, эликсир. Окей, давайте... А, я могу сразу просто стоимость делать. Давайте голема выберем и трех мушкетеров. И поставим с вами, давайте, я хз, давайте на синего. О, все, все работает, все окей, 170 рублей эликсира на синий. Смотрим. Не знаю, конечно, от чего зависит победа. Так, одна коронка на синий. Блин, проиграл. Нет, стоп. Блин, а может быть и ничья, кстати. Да ну нет! Как? Блин. Да что мне, не везет пока, не везет. А как зависит, вот, от чего зависит победа? Ну все, я, меня прям вот реально вот сейчас вообще прям вот не остановить теперь. Я ставлю, да, наверное, все, максимально ставлю на синий. Была, не была. Я, вы знаете, я не люблю проигрывать. Если уж много проиграл, что там уже? Так, надеюсь, ну два раза или три раза уже красный выиграл. Ну хоть раз синий выиграй, пожалуйста. Только не ничья, я прошу. Оп, 1-0. Так, хорошо. 2. Все, победа? Фух. Да, конечно, мы проиграли 1500 эликсира. Но смотрите сами, ребята, это рандом, это везение, как повезет. Теперь вот самое интересное, гемы. Вот что волнует людей и как же их получить. Смотрите, вот самое интересное, это лот. Тут большой шанс реально выиграть. Смотрите, я уже с подобным сталкивался и знаком. Это лотерейки. Короче, ты покупаешь место, слот свой, и ждешь, когда выпадет какой-то из этих участников, которые купили свое место. Естественно, чем больше мест ты выкупишь, тем больше шанс. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 умножить на 30... Я потратил... я потратил больше, чем стоят гемы, короче. Но это я для примера продемонстрировать вам, как это работает. Естественно, можно и не спешить, выкупить определенное количество и просто ждать, пока оно заполнится и вы выиграете. Вот. Но я просто для видоса хочу понять. И вы знаете, я сейчас не в погоне за выгодой. Я сейчас продемонстрировать вам, как это все работает. А вы уже сами здесь разберетесь, где вам на чем играть и как вам и где сэкономить. И возможно, даже то, что я выиграю, я отдам вам. То есть не факт, что я себе его заберу. Поэтому я пока что выгоду не ищу. Но хочу разобраться, что да как здесь работает и работает ли вообще. Ну а потом будем с вами, возможно, здесь играть на стримах. Посмотрим. Итак, выбор победителя. Только я не понимаю, почему я такой же король, как и вот эти другие. Просто у меня другой ник, я так понимаю, да? Почему? У меня же аватарка другая. Блин, надо было свою аватарку выбрать. А то что, я такой же король, как и, ну, стандартные, я так понял, вот эти превьюшечки, или как они называются. И вот сейчас непонятно, кто выиграет, да? То есть у всех одинаковые картинки. Ребята, ставьте свою картинку, чтобы вы понимали. Так, я надеюсь, я, потому что 70% вы победили. Это я, ребята, я победил, 1200 гемов. Окей, где мои гемы? Вот мои гемы, ваш баланс 1200 гемов. Выводить можно вот здесь, ребята. Вот, нажимаете на вывод, выбираете платформу, указываете почту. На почту вам приходит инструкция, там все очень реально понятно. Ну, я приблизительно знаю, как это работает, поэтому там все вам объяснят. Вводите то, что вам говорят, и вас, кстати, не потребует ни логин, ни пароль. Не волнуйтесь, что у вас кто-то украдет ваш аккаунт, то есть с этим все безопасно. Никто доступ к аккаунту у вас требовать не будет, поэтому можете за это не волноваться, не переживать. Вот, но хочу обратить ваше внимание, доступно только один вывод в день. То есть,
Имейте в виду, не спешите выводить. Возможно, накопите больше сумму и выведите больше. Так, дальше, роялити сундук, ребята. Значит, смотрите, я, блин, потратил на это немножко времени, чтобы разобраться с этим всем, потому что на сайте впервые и сначала не догнал. Так, а что делать? А теперь понял, смотрите, значит, покупаем сейчас игру за 290 рублей. Вам дается 9 сундуков, вам нужно угадать 3 сундука, чтобы там был одинаковый лут. Можно выбить как 14 тысяч гемов, так и 6500, так и 500, так и 1200. Шансы равны, нету такого, что больше шанс выбить 14, больше шанс 2500. Абсолютно равны шансы. За 290 рублей можно выиграть 14к. Не круто ли? Круто. Ну что, давайте проверим это все. Покупаем лотерейку, точнее покупаем игру. Итак, первый сундук. Опа, 14 тысяч гемов. Дальше. Неужели они будут столбик? Ребята, кто смотрел видео тащерки, тот поймет. Серьезно, они в столбик? Серьезно? Да ладно, блин. Ребята, я смотрел видос тащерки, у него все гемы были в столбик. Смотрите, 14 тысяч гемов в столбик, 2500, не в, 2500 идут подряд, потом 6500. Короче, охренеть, с первого раза 14 гемов. А ну еще раз проверим. Так, так. А, вот здесь уже подловили меня. Еще раз, последний шанс, я еще могу, я сейчас могу угадать. Если можно взять еще один шанс, если вы проиграли, ну, если вы уже использовали 3 попытки, можно взять четвертую. Давайте здесь. Блин. Капец, я бы мог сейчас угадать 6500 гемов. Обидно. Последняя попытка. Так, давайте вот этот, вот этот. Ай, блин. И вот этот. Ах, вообще все рандомно. Опять надо было идти вниз по порядку, а потом левый, нижний. Ну, я бы не угадал, наверное. Друзья, слушайте, ну неплохо, неплохо получилось, смотрите. Капец, у нас на балансе 15 тысяч гемов, пацаны, 15 тысяч гемов, и это за 3 тысячи рублей. Это круто, друзья. Короче, друзья, я тут подумал, и закинуть себе на аккаунт мне, честно, погоды не сыграет эти 15 тысяч гемов. У меня как бы есть возможность себе задонатить, да? Вот, а у вас, я думаю, не у всех есть такая возможность. И вот вам подарить вот эти 15 тысяч гемов, я думаю, будет кому-то из вас приятно. Естественно, не все 15 360, тут можно вывести 14 тысяч гемов, 500. Ну, конечно, в день можно выводить только один раз, поэтому потом у меня останется сколько, останется у меня 1300 гемов, ну, два раза по 500, но это уже потом, возможно, либо себе, либо еще подниму баланс. В общем, разыграю среди вас, на стриме разыграю. Все, что нужно, это подписаться на канал, поставить лайк, репостнуть видос. Но я еще подробные условия, конечно же, на стриме вам продублирую. Выберу рандомного победителя, узнаю, какая у него платформа, Android или iOS. Ему на e-mail отправлю гифт-код, он его активирует, сделает мне скрин, что гемы ему пришли. Ну и, в принципе, заберет бесплатно эти гемы. Совершенно бесплатно. Я думаю, что такой подарок нормально будет для моего подписчика. Я, наверное, еще на этом сайте поиграю. Мне реально очень понравился вот этот роялити сундук. Хочу поиграть, возможно, на стриме буду играть, не знаю. Мое мнение, значит, не очень мне зашел вот этот режим. Да даже вообще не зашел режим вот этот. Но это чисто для меня, не знаю, возможно, вам прет, мне вообще не пошло. Слоты, ну, тоже прикольно, но больше всего понравился вот этот роялити сундук. Это просто какая-то херня читерская, я не знаю. Классно, классно реально, и я еще поиграю на нем. В общем, друзья, ссылка на сайт в описании. Если вам понравился сайт, заходите, поднимайте. Главное все с умом делать, не гонитесь за большой суммой. Умеренно, не заигрывайтесь. И удачи вам. Надеюсь, что вам повезет. Ссылка в описании. И приходите на мои стримы. Всего хорошего, друзья. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.